Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Я очень рада вас видеть у меня в гостях на моей кухне. Сегодня я буду готовить спагетти с беконом. Для этого мне понадобится, конечно же, спагетти, бекон, 3 яйца, сыр пармезан, соль и свежий черный молотый перец. Вода закипела. Я ее уже предварительно посолила. Опускаю вариться спагетти. Сразу же приступаю к бекону. 1 столовую ложку я добавлю растительного масла. Больше не нужно, так как в беконе тоже есть сало. И оно вытопится. Нужно слегка обжарить. Солить я не буду, потому что бекон он немного соленоватый. Все, бекон готов. Ни в коем случае не надо его пережаривать. Он будет суховатый. Отставляю его в стороночку. И буду ждать, пока отварится спагетти. Спагетти активно кипят. Я пока займусь яйцами. Высыпаю сюда пармезан. И все вместе хорошо нужно взбить. А также черный молотый перчик. Спагетти готовы, я их промыла. Опускаю в бекон. И все быстренько, хорошо перемешиваю. Сюда же выливаю яйца. И опять все хорошо перемешиваю. Плиту я выключила. Смотрите, какой красивый кремовый цвет получается у спагетти. Все, обед готов. Посыпаю зеленым лучком. Желаю вам приятного аппетита. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. А я вам желаю приятного аппетита, крепкого здоровья. До новых встреч. Пока!